Готовим панкейки на блиннице Панейра из коллекции Лордом в современном черном цвете с гранитной крошкой. Размер блинницы 22 см. Ручка из бакелита, удобно и приятно держать в руке. Для начала яйца хорошо взбиваем с щепоткой соли и сахарной пудрой, примерно 5 минут. Далее добавляем молоко. Перемешиваем, всыпаем половину просеянной муки, смешанной с разрыхлителем, половину чайной ложки молотой корицы и щепотку мускатного ореха. Аккуратно перемешиваем и всыпаем оставшуюся муку. Еще раз аккуратно перемешиваем и в конце добавляем растопленное сливочное масло. Блинницу разогреваем на среднем огне, она подходит для всех типов плит, кроме индукционных. Выкладываем по 3 ложки теста на блинницу и выпекаем до румяности с двух сторон. Толщина дна до 7 мм из литого алюминия. Панкейки не пригорают и равномерно прожариваются. Безопасное усиленное антипригарное покрытие сохраняет свои свойства на долгие годы. Страна производства блинницы не Китай, а Россия. Панкейки готовы, подаем к столу со взбитыми сливками, свежей ягодой и медом. Сверху присыпаем сахарной пудрой. Блинницу можно мыть в посудомоечной машине. Коллекция Лордом – аристократ в мире посуды.